Мы продолжаем наши вечерние посиделки или рандеву, как я их называю. И на этот раз они будут посвящены биполярному расстройству. И вы видите, как я обозначил сегодняшнюю тему, как диагноз, неизвестный в России. То есть мы поговорим о диагностике биполярного расстройства в России, прежде всего, конечно, но по сравнению с нашими зарубежными коллегами, и об особенностях терапии. В этот раз мы решили не проводить предварительного опроса, потому что на прошлом съезде психиатров, российских психиатров, мы проводили уже такой предварительный опрос на большом симпозиуме, посвященном биполярному расстройству, и получили некоторые ответы. Я вот хочу, собственно, с вами поделиться некоторыми данными, полученными в рамках этого опроса. А вы попытайтесь на них параллельно отвечать, как бы вы ответили. И тогда вы получите вот некие такие сопоставимые данные. Ну вот первый вопрос, который мы тогда задавали, причем эта аудитория была достаточно, надо сказать, квалифицированной. На съезд приезжают не просто практические врачи-психиатры, но и сотрудники кафедр, институтов. Там было где-то около 40% кандидатов наук. То есть, в общем, такая относительно продвинутая публика. Так вот, первый вопрос, который мы им задали: какова распространенность биполярного аффективного расстройства по сравнению с шизофренией? Ну, здесь, как видите, не просто автопортрет Ван Гога, потому что считается одна из версий, что он страдал именно биполярным расстройством, и, соответственно, вот эти вот его фазы, циклы контрастные, собственно, приводили к таким ярким эмоциональным полотнам в том числе. Так вот, было 5 вариантов ответа, и 46% ответили, что немного меньше, чем шизофрения. Еще 32% считают, что биполярное расстройство встречается чаще, треть. Но все-таки, если учесть вот это вот еще значительно меньше 20%, то получается, что у нас где-то 2/3 аудитории считают, что биполярное расстройство встречается значительно реже, чем шизофрения. И вообще это как бы редкое заболевание. Ну вот давайте посмотрим на мировые данные. В частности, опрос Кеслера, американские эти данные, сделанные им еще в 2000 году по классификации DSM-4. И это риск развития в течение жизни, такой показатель, то есть заболеваемость в течение жизни. Как вы видите, на первом месте стоит депрессия с рекордными 17% в популяции. А биполярное расстройство занимает, ну, довольно существенное место. Дальше идут, конечно, тревожные расстройства. Биполярное расстройство занимает существенное место, где-то 3,5-4% населения. А шизофрения, да, так же, как и во всем мире, в американской популяции встречается около 1% населения. То есть биполярное расстройство примерно в 3 раза чаще, а если брать биполярный спектр, то все 4-5 раз чаще встречается, чем шизофрения. Поэтому 60% нашей аудитории были в отношении распространенности БАР не совсем правы. Более того, у нас бытует такое мнение, что биполярное расстройство, в общем-то, довольно благоприятное заболевание. Это один из самых сохранных контингентов нашей психиатрической службы. Но, тем не менее, если вот мы посмотрим молодую популяцию больных до 42 лет, по данным ВОЗ, это, так сказать, тот же самый показатель Дали, то есть преждевременная смертность и развитие число лет потерянных, лет активной жизни и трудоспособности, то мы увидим, что биполярное расстройство входит в шестерку заболеваний именно по вот такой
потери трудоспособности и снижение социальной адаптации, включая инвалидизацию. Второй вопрос, который мы задали, был диагностический. Что такое понятие маниакально-депрессивного психоза, к которому мы привыкли, исходя из крепелиновской концепции и классификации МКБ-9, которая была широко распространена в нашей стране до МКБ-10, и, собственно, биполярное расстройство. Так вот, 75% ответили, что это одно и то же. Что МДП, что биполярное расстройство – это разные названия одного и того же заболевания. Это совершенно удивительная цифра, потому что только 20% считало, что это действительно как бы разные заболевания. Между тем, развитие концепции биполярного расстройства, конечно, преодолело существенное изменение, особенно в середине прошлого века, до конца века она уже оформилась. И это тем более удивительно, что наши врачи задержались, собственно, на крепелиновской концепции, которая была предложена еще в начале только прошлого века. Ну, конечно, надо начать с родоначальников этой теории, этого диагностической категории, французов Фальре и Берже, который, значит, Берже предложил в 1890 году такое название «Folie à double forme», а Фальре – «Folie circulaire», то есть циркулярное помешательство или помешательство двойной формы. И примерно с разницей в неделю они сделали на французской, на президиуме Французской академии наук таких два доклада о том, фактически претендующих на открытие, что и маниакальная, и депрессивная фазы могут наблюдаться у одного больного, и фактически они являются одним заболеванием. То есть просто в разные периоды они имеют разную картину одного и того же больного, потому что до этого были только меланхолия и мономании. То есть это были два разных фактически заболевания. Ну вот, они до сих пор, французы, как бы сомневаются, кто был первый, оспаривают пальму первенства. Но, тем не менее, вот та концепция маниакально-депрессивного психоза, конечно, связана с именем Крепелина, Эмиля Крепелина, который впервые выделил ее в отдельную нозологическую категорию, фактически выведя ее за рамки деменции прекокс или шизофрении, и считая, что в отличие от шизофрении, маниакально-депрессивный психоз не является проградиентным прогрессирующим заболеванием, то есть не приводит к слабоумию. И, конечно, сопровождается прежде всего аффективной симптоматикой, хотя Крепелин подразумевал и наличие в рамках маниакально-депрессивного психоза и серьезных психотических эпизодов, картин, которые, однако, были полностью обратимы, приводили к полной такой ремиссии, которая некоторыми авторами называлась как интермиссия, то есть полное восстановление социальной адаптации больных и полная редукция аффективной и психотической симптоматики. Надо сказать, что с самого начала концепции вот этой вот предложения Крепелина объединить, естественно, в маниакально-депрессивный психоз вошли все аффективные состояния, как монополярной депрессии, так и биполярное расстройство, характеризующееся чередованием мании и депрессии, то есть в классическом виде, который описывали французские авторы Фальре и Берже. И он считал, что это единое заболевание, что на самом деле у больных может развиваться в той или иной степени гипоманиакальное состояние, маниакальное состояние и в известной степени переходить из одной формы в другую. То есть жестких границ между разделением
на униполярной и биполярной депрессии не было. Вот эту концепцию с самого начала здорово критиковали другая школа, школа эмоциональных психозов немецкая, которой входили такие классики, как Вернике, Кляйнст и Ленгард. И они считали это ошибочным и говорили, что униполярное и биполярное течение аффективных расстройств – это совершенно два разных заболевания. И имеющие разное течение, разную клинику, разный прогноз, и, в общем, совсем их объединять в одно заболевание, совершенно в одну нозологию, совершенно неправильно. И действительно, в последующем, в середине прошлого века, в 50-е и 60-е годы, трудами Жюля Ангста, Карла Переса и Винокура из Соединенных Штатов Америки, появились действительно первые доказательства того, что биполярное расстройство серьезно отличается от рекуррентной депрессии, прежде всего по уровню наследственной отягощенности этих расстройств и по качеству их. Ну и в 80-е годы это деление впервые закрепляется в американских классификациях третьего и четвертого пересмотров, то есть это разделение включено уже в диагностические критерии в 80-м году, и вслед за этим и в МКБ-10, которая до сих пор принята и является официальной классификацией и в нашей стране. Ну и в 21 веке уже появилась DSM-5, появились работы, тоже убедительные работы Ангста, Хагапаки-скала по различным переходным формам, которые вылились в формирование концепции так называемого биполярного спектра, к которому стали относить значительно большую часть аффективных расстройств, ранее относимых к уни- или монополярным формам депрессии. Эта концепция, она и закрепилась в настоящее время в современных классификациях и, видимо, должна будет принята, будет, скорее всего, принята в МКБ-11, внедрение которой намечено было у нас в 22-м году уже. Некоторые дефиниции. Что такое все-таки биполярное расстройство современной точки зрения и почему в таком определении оно не совсем известно в нашей стране. По-видимому, биполярное аффективное расстройство – это, конечно, хроническое, рецидивирующее психическое заболевание аффективной сферы, часто приводящее к нарушению поведения и социального функционирования, основной чертой которой является развитие маниакальных и гипоманиакальных состояний. То есть главная черта биполярного расстройства – это, конечно, мания и гипомания. Без них установить этот диагноз не представляется возможным. Однако, в последние годы появляется все больше клинических данных о том, что помимо вот таких маниакальных и депрессивных полярных фазовых периодов патологически измененного настроения, крепелиновской триады, то есть моторной и идиаторной активности, а также снижение энергетического тонуса, заболевание может сопровождаться и широким кругом других психопатологических нарушений, включая, например, психотическую галлюцинаторно-бредовую симптоматику, это было и известно и при Крепелине. Что не было известно, что биполярное расстройство является самым частым диагнозом, при котором развиваются кататонические симптомы. Кататоническая симптоматика встречается чаще, чем даже при шизофрении, хотя у нас всегда считалось наоборот. Кроме того, были выявлены при биполярном расстройстве когнитивные нарушения, например, нарушение внимания, времени реакции, слуховой и зрительной памяти, исполнительских функций, нарушение
восприятие течения времени. Более того, значит, оказалось, что эти когнитивные нарушения могут наблюдаться не только в фазовые периоды, но и в периоды ремиссии. Обычно вот эта вся дополнительная продуктивная симптоматика, ульцинально-бредовая, кататоническая, она конгруентна доминирующему аффекту и, в общем-то, ограничивается длительностью фазы, то есть полностью исчезает вместе с нормализацией настроения. Это важный критерий, диагностический критерий отделения биполярного расстройства от психотических и бредовых расстройств, прежде всего от шизоаффективного психоза и эпизодической шизофрении. Однако вот некоторые резидуально аффективные симптомы, как я уже сказал, и особенно когнитивные нарушения, могут персистировать и в ремиссии, являясь так, практически главной причиной социально-трудовой дезадаптации и инвалидизации. Вот в современных западных руководствах, а также в новых классификациях и в DSM-5, и в МКБ-11, отдается предпочтение термину биполярного расстройства, а не биполярное аффективное расстройство, как это сформулировано в МКБ-10. Этим самым наши западные коллеги обычно подчеркивают его относительную обособленность от рекуррентной депрессии и других аффективных расстройств. То есть говоря о том, что это некоторая более полиморфная, значит, и клинически более многообразное заболевание, чем, скажем, рекуррентная депрессия или какая-то другая патология. Кроме того, в новых классификациях в основной критерий мании, который является главным признаком, главным состоянием, диагностическим признаком биполярного расстройства, вводится такое понятие, как энергетический тонус, повышение энергетического тонуса, что уже, причем это вводится в критерий А, наряду с повышенным настроением. То есть предполагается, что при биполярном расстройстве идет не только повышенное настроение, даже не столько повышенное настроение, сколько вот этот вот необычный патологический приток энергии. Причем это обосновывается и некоторыми патофизиологическими механизмами развития мании. Вот на этом слайде представлена вот эта эволюция дихотомии аффективных расстройств, разделение, жесткое разделение маниакально-депрессивного психоза Крепелина на рекуррентную депрессию, или, как ее называют, большую депрессию наши американские коллеги, и биполярное расстройство. Причем в новых классификациях, начиная уже с DSM-3, в американских классификациях выделяется биполярное расстройство первого типа и биполярное расстройство второго типа. В МКБ-10 еще нет выделения биполярного расстройства второго типа, но в DSM-5 оно закреплено, а в МКБ-11 оно вводится и уже будет отдельной диагностической рубрикой. Вот если графически посмотреть на основные типы течения биполярного расстройства, вот это классический вариант так называемой альтернирующего течения, когда маниакальное состояние, маниакальная фаза сменяется, скажем, депрессивной фазой. Это как раз то, что описывал Фальре, когда описывал свое циркулярное помешательство, в отличие от БРЖ, который говорил, что фазы не обязательно одна переходит в другую, а, значит, могут быть разделены какими-то светлыми промежутками. Ну вот, желтым таким графиком представлен вариант биполярного расстройства второго типа, когда возникает только отдельное гипоманиакальное состояние, а в основном заболевание течет депрессивными фазами. Ну и, наконец, циклотимия – это субпороговые колебания обоих полюсов. Ну вот здесь представлены некоторые новости, которые появились в американской классификации DSM-5, принятой в 2013 году, которая фактически закрепила такое окончательное разделение биполярного расстройства рекуррентной депрессии, и где впервые в критерии А
в качестве обязательного симптома включена повышенная активность и энергичность. Связано это отчасти с тем, что значит, было обнаружено у этих больных в маниакальной фазе повышение активности и клеточных митохондрий. Ну и трех дополнительных симптомов или четырех при наличии гневливости, то есть при отсутствии значит, одного повышенного эйфорического веселого настроения. Вот это уже новые критерии мании. Кроме того, в американской классификации были расширены критерии смешанных состояний, то есть фактически была упразднена категория смешанный аффективный эпизод и добавлен такой спецификатор, уточняющий наличие смешанных черт как в маниакальном депрессоде, так и в депрессивном. То есть в этих состояниях обязательно на одновременное присутствие трех симптомов противоположного полюса, за исключением психомоторного возбуждения и нарушения сна, свойственных как для депрессивной, так и для маниакальной фазы. Кроме того, теперь развитие мании или гипомании или смешанного состояния при лечении антидепрессантами не является исключающим диагноз критерием. Более того, если такая инверсия произошла и симптоматика персистирует и после отмены, скажем, антидепрессанта, то это повод для изменения диагноза на биполярно-аффективное расстройство, если речь шла о лечении, конечно, депрессии. Ну и вводятся спецификаторы там, тревожного расстройства, все остальные уточняющие рубрики, как-то быстрая цикличность, меланхолические атипичные черты, психотические, кататонические черты, сезонность, послеродовое начало фактически остались прежними. В МКБ-11 уже имеется четкое разделение на биполярное расстройство, как вы видите, оно уже здесь называется как биполярное расстройство, и рекуррентную депрессию уже выделяется второй тип. В МКБ-10 не было второго типа биполярного расстройства. Для второго типа характерно, как вы видите, наличие в анамнезе по крайней мере одного гипоманиакального эпизода и хотя бы одной развернутой депрессивной фазы. Ну и циклотимическое расстройство тоже остается и входит в рубрику биполярных расстройств. Ну вот здесь представлены понятия, концепции биполярного спектра, введенная тоже опять-таки нашим американским коллегам Хагом Акискалом. Вот здесь такая его одна из ранних классификаций, как видите, он выделял целый спектр различных расстройств. Это не только биполярное расстройство второго типа, которое нашло отражение в современных классификациях, то есть депрессия с гипоманией, но и, например, депрессия с циклотимией, затяжная гипомания с депрессией, значит, или шизобиполярное расстройство, когда существует неконгруентная психотическая, скажем, симптоматика. Ну и некоторые другие подтипы, как то депрессия с гипоманией, индуцированной антидепрессантами, которая уже, так сказать, рассматривается просто как биполярное расстройство, в зависимости от выраженности мании или гипомании, она диагностируется как БАР первого или второго типа. Ну и пока не нашедший свое место в классификации, но относимый Акискалом к расстройствам биполярного спектра, например, депрессия у лиц с гипертимным темпераментом, или циклические смешанные депрессии, когда они протекают по типу клише, скажем, или частая лабильность настроения с когнитивным снижением, ну и некоторые другие он в последующие годы выделил, добавил к этому спектру некоторые еще состояния. Ну вот теперь несколько слов о эпидемиологии. Ну вот, как вы видите, распространенность в популяции варьируется очень широко, от 1 до 5%. В среднем считается где-то это от 1 до 2%. Средние такие данные по Европе, но все равно это примерно в
полтора-два раза чаще, чем, например, распространенность шизофрении. Возраст начала заболевания Крепелин описывал как 20 лет. Значит, в настоящее время он сдвинулся, как видите, на поздний пубертат. То есть на самом деле биполярное расстройство может стартовать и в более раннем возрасте, но оно диагностируется и становится заметно вот в 15-16 лет у подростков обычно. Выраженная генетическая отягощенность, надо сказать, что это, пожалуй, биполярное расстройство – это самое генетически отягощенное заболевание по расстройствам аффективного спектра, по наличию гипоманиакальных и маниакальных эпизодов у ближайших родственников. И вот такая наследственная отягощенность или вклад генетических факторов при биполярном расстройстве определяется как около 70%, что значительно выше, чем при шизофрении или рекуррентной депрессии. Смертность при биполярном расстройстве очень высока, она практически приближается к смертности, к уровню смертности, к стандартизованной смертности при сердечно-сосудистых заболеваниях. И связано это с тем, с риском, с высоким риском завершенного суицида. Он составляет где-то около 20%. Этот риск, и он выше даже, чем при рекуррентной депрессии, и в 20-30 раз выше, чем в популяции. Высокий риск злоупотребления психоактивными веществами, ну, например, алкоголизм встречается при биполярном расстройстве в 2 раза чаще у мужчин и в 6 раз чаще у женщин, чем в популяции. Очень часто встречается нарушение поведения, деликвентное поведение, проблемы с законом в 6 раз чаще, выраженная социальная дезадаптация 1% лет от всех причин, ну и серьезное бремя расходов. То есть вот 85 миллиардов потрачено в США, и где-то в 2007 году, сейчас эта цифра уже достигает примерно 200 миллиардов долларов на одного больного. В среднем требуется в 3 раза больше затрат, чем в популяции. Ну и в Европе вот непрямые затраты составляют около 6 тысяч евро в год на одного больного, что существенно выше, чем в популяции. Еще одним вопросом, который мы задавали, это вот возраст начала заболевания. Как вы видите, большая часть аудитории ответила опять-таки неправильно, ответила по Крепелину, из чего мы делаем вывод, что заболевание развивается после 20 лет, что более характерно на самом деле для развития рекуррентной депрессии, из чего мы делаем вывод, что большая часть наших врачей застряла в этой вот крепелиновской концепции маниакально-депрессивного психоза. Ну вот здесь показаны свежие, относительно свежие данные о возрасте появления первых психотических симптомов при биполярном расстройстве рекуррентной депрессии, сравнительные данные. Как видите, да, действительно, униполярная депрессия, рекуррентная депрессия, медиана приходится на возраст 25-29 лет, а биполярного расстройства все-таки 15-18 лет. То есть а у многих больных, практически у 23%, заболевание развивается в возрасте 10-14 лет, то есть в пубертатном, в подростковом возрасте стартует. Кроме того, в отличие от рекуррентной депрессии, биполярное расстройство значительно чаще рецидивирует. Вот здесь показано десятилетие после манифестного первого эпизода. И как часто наблюдаются аффективные эпизоды различных полюсов, то есть на втором десятилетии, как вы видите, это где-то 7 эпизодов уже у больных биполярным расстройством, у рекуррентной депрессии это где-то 2-3 эпизода. Через 20 лет заболевания это уже приближается к 15-20 годам, 20 эпизодам, заболеваний, в то время как при рекуррентной депрессии это где-то около 5 за 5 лет за
20-30 лет заболевания, что значительно, в общем, чаще и является важнейшим дезадаптирующим фактором. Ну вот еще очень интересное исследование, показывающее структурные изменения, прогрессирующие структурные изменения в мозге при первом и рецидивирующем характере биполярного расстройства. Как видите, при множественных эпизодах объем желудочков головного мозга, значит, увеличивается, соответственно говоря, наличие определенных дегенеративных изменений, которые, в частности, коррелируют и с увеличением представленности и тяжести и когнитивных нарушений. И, то есть, в известной степени эта концепция не поддерживает. Концепцию маниакально-депрессивного психоза Крепелина, потому что есть определенная проградиентность, определенное прогрессирование заболевания, к сожалению, включая нарастание вот таких морфологических структурных изменений. Ну вот это здесь представлены некоторые сравнительные клинические характеристики, которые обнаружил Жюлянгст на своей цюрихской популяции, сравнивая больных с рекуррентной депрессией и биполярным расстройством. Как вы видите, это очень высоко значимые признаки, включающие как, значит, скажем, клиническую картину. То есть, например, он предлагал обращать внимание на смешанные симптомы, значит, на наличие, скажем, двух гипоманиакальных симптомов во время депрессии встречается значительное, то есть смешанное состояние значительно чаще встречается при биполярном расстройстве, чем при рекуррентной депрессии. Еще одним фактором является злоупотребление алкоголем или другими какими-то психоактивными веществами, наркомании значительно чаще встречаются, тоже можно обращать на это внимание для того, чтобы разделить, скажем, биполярную депрессию от рекуррентной. Ну, в анамнезе, как вы видите, частота эпизодов, то есть частые фазы, сами по себе любые фазы, если они протекают достаточно часто, должно у вас заподозрить уже, не относится ли больной к расстройствам биполярного спектра. Первое возникновение психотических расстройств в возрасте до 30 лет у 60% с биполярным расстройством, а при рекуррентной депрессии может стартовать и позже. Эффективность антидепрессантов, как видите, инверсия фазы, переход в гипомании и мании у 33% при биполярном расстройстве, при рекуррентной депрессии практически не встречается. Ну и такая изменчивость, лабильность настроения, опять-таки свидетельствующая о известной смешанности этих состояний, практически у половины больных. Ну и сезонность встречается у трети больных биполярным расстройством и только у 10-11% при рекуррентной депрессии. Ну и, конечно, вот этот вот наследственный анамнез, о котором я тоже упоминал, примерно в 5 раз чаще имеются указания на манию и гипоманию в семейном анамнезе, особенно у ближайших родственников. В общем, в целом биполярное расстройство довольно неприятное заболевание и несет серьезное бремя как для самих наших пациентов, так и для их родственников. Ну вот здесь представлены некоторые такие данные. Здоровая полноценная жизнь меньше на 12 лет, работоспособность меньше на 14 лет, продолжительность жизни меньше на 9 лет, безработица выше в 2 раза, развод и жизнь в одиночестве в 2 раза. То есть это довольно несчастные люди. Кроме того, эти наши пациенты значительно чаще наблюдаются, у них значительно чаще нарушения социального поведения. Вот эти тоже данные, они чаще имеют, значит, проблемы с законом, чаще попадают в тюрьму, неприятности на работу или подвергаются штрафу, наказаниям и так далее. Вот очень интересные тоже данные по снижению уровня социального функционирования у больных биполярным расстройством. Ну, мы обычно знаем, что такие цифры наблюдаются, ну, конечно, выше,
но такая дезадаптация наблюдается чаще у больных шизофренией. Но вот новые исследования по шкалам, таким как шкала, например, PSP, показывают, что, скажем, выраженные нарушения социального функционирования и даже инвалидизация встречаются практически, как вы видите, у 40% больных, то есть у более чем у трети больных. А у других наблюдается все-таки такая умеренная степень этих нарушений, мешающая, конечно, их работе. То есть это серьезные проблемы для семьи и для, собственно, больных. Не такие уж они благоприятные по течению. Ну вот если говорить о других характеристиках течения биполярного расстройства, вот эти еще данные одного нашего американского коллеги показывают, что 70% больных имеют резидуальную симптоматику, то есть аффективная симптоматика не проходит практически никогда. Причем это не только аффективная симптоматика, но и когнитивные нарушения, то есть они наблюдаются в ремиссии почти у 70% больных биполярным расстройством. Почти у 50% имеются такие данные о прогрессировании, ухудшении течения заболевания, то есть наблюдается определенная проградиентность. У 30% отмечаются трети фактически суицидальные попытки. Ну и очень высокая коморбидность, в частности, злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами у 40%, и коморбидность тревожными расстройствами тоже очень высока. Более того, больные часто довольно госпитализируются. Как видите, у 30% этих больных было более 5 госпитализаций. А вот средняя длительность симптомов до начала лечения, то есть до того момента, как был установлен диагноз и потребовавший уже медикаментозного вмешательства, составлял где-то в Соединенных Штатах 10 лет, что, в общем, такое серьезное какую-то задержка диагностики и начала лечения, с чем связана, собственно, последующая хронификация. Ну вот некоторые слайды, иллюстрирующие это, в частности, о том, что алкоголизм при биполярном расстройстве у мужчин встречается примерно 2,5 раза чаще, у женщин в 6 раз чаще, в 6,5-7 раз чаще. Это не значит, что мужчины что биполярные пациенты мужского пола реже пьют. Это не абсолютная цифра, а относительно по отношению к популяции. Ну и очень высокая коморбидность. Как вы видите, по данным Левериха, значит, около 70% составляет общая коморбидность. При этом, причем это не только психические расстройства, прежде всего тревожные расстройства, нарушения пищевого поведения, токсикомании, импульсивные расстройства, расстройства личности, СДВГ, но и сердечно-сосудистые заболевания, соматические заболевания, значит, метаболический синдром и неврологические расстройства, и болевые синдромы, и мигрени и так далее. Конечно, коморбидные состояния прежде всего являются определенными масками биполярного расстройства и затрудняют его диагностику и, соответственно, более раннее назначение лечения. И коморбидность связана не только с трудностями диагностики, но и более тяжелым течением заболевания, более низкой комплаентностью, развитию резистентности, выше риск развития депрессивных и смешанных состояний с суицидальным поведением, как вы видите, и ниже уровень качества жизни и социального функционирования, то есть коморбидность существенно отягощает течение биполярного расстройства. Ну, в целом, как я уже сказал, идет существенная недодиагностика или задержка диагностики биполярного расстройства, причем во всех странах. Ну вот здесь, например, представлены данные Эгеланда, это наш британский коллега,
когда первые аффективные симптомы стартуют где-то в возрасте 15 лет, диагностические критерии уже достигаются к 17 годам, а первое лечение только фактически в 22 года. Вот большое исследование было проведено Хиршфельдом в Соединенных Штатах, где он, это такой опрос был, в котором приняло участие более 20 тысяч человек. Так вот, половина пациентов, которым, по крайней мере, однократно был неверно установлен диагноз, сообщили о периоде в 5 лет между первым обращением за помощью и верным установлением диагноза биполярного расстройства. Причем третьей пациентов потребовалось 10 и более лет до установления правильного диагноза. И вот по данным Хиршфельда, наиболее частыми ошибочными диагнозами до установления биполярного расстройства были, конечно, рекуррентная депрессия, примерно 60% этих ошибочных диагнозов, у четверти тревожные расстройства, у 20% стояла шизофрения, еще у 20% неправильное расстройство личности, алкоголизм, шизоаффективное расстройство, ну и так далее. В общем, неправильная диагностика достаточно распространена в Соединенных Штатах. Это данные нашего британского коллеги, который тоже фактически это подтверждает. 8 лет проходит до установления правильного диагноза. В среднем 3 врача консультируют больного и не могут правильно поставить диагноз в Британии. У 50 практически процентов отсутствовал диагноз биполярного расстройства, хотя они наблюдались психиатрами. И у 60%, так же, как и по исследованию Хиршфельда, стоял другой диагноз. Но здесь, правда, чаще всего наблюдалась рекуррентная депрессия у 40% больных. То есть и вторая по встречаемости причина была шизофрения, как видите, у третьей больной. Ну, причины такой ошибочной диагностики Хиршфельд вот тоже пытался прояснить. Они разнообразны. Недостаточные представления о биполярном расстройстве среди профессионалов, недостаточное внимание к выявлению симптомов гипомании, мании, недостаточная критика и нежелание обнаружения заболевания пациентами и серьезное различие многообразия в клинических проявлениях и представляемых больными жалоб. Ну, в общем, это характерно все и актуально, и, безусловно, для нашей страны. Все бы было бы ничего, если бы не было так грустно из-за последствий неверного установления такого диагноза. Ну, прежде всего, последствия связаны с рисками неадекватного назначения антидепрессантов или антипсихотиков, которые могут утяжелить течение заболевания, привести к феномену так называемой быстрой цикличности. И вторая категория последствий связана с поздним назначением, конечно, нормотимиков, потому что нормотимики, безусловно, повышают уровень социального функционирования, предотвращают новые рецидивы, более частые госпитализации и, главное, снижают риск совершения суицидальной попытки у этих больных. Ну вот теперь несколько сравнительных эпидемиологических данных по миру и по нашей стране. Это опять-таки метаанализ, проведенный Ангстом в 2002 году. Как вы видите, число эпидемиологических исследований здесь было. И вот примерно цифры распространенности биполярного расстройства по Европе составляли от 0,5 до 2,5%, биполярного расстройства второго типа до 3%, циклотимии до 3%, униполярной гипомании или мании еще где-то около 3% в среднем. И весь биполярный спектр оценивался в 11 исследованиях и составлял от 2,5% до 7%, почти до 8%, хотя, конечно, критерии биполярного спектра здесь в существенной мере различались, и эти цифры, естественно, различались тоже. В нашей стране мы таких исследований нашли только 2. Это одно исследование было проведено еще в амбулаторной практике в рамках
диспансера одного московского, Владимира Григорьевича Мратштейна, в 92 году по критериям МКБ-9. То есть он брал биполярное течение маниакально-депрессивного психоза. Вот распространенность тогда в Москве составляла где-то 0,02%. Ну и Алексей Николаевич Корнетов в 99 году уже ретроспективно пересчитал тоже эти цифры по истории болезням по новой классификации МКБ-10, и его оценка распространенности биполярного расстройства первого типа составляла где-то чуть больше 0,05%. Ну, а вот это современные статистические данные по тем картам, которые вы отправляете в Минздрав, заполняя вот эти вот диагнозы. Ну, как вы видите, они меня вообще, честно говоря, шокировали. Потому что с 2005 по 2009 год, когда уже была введена и давно классификация МКБ-10, то есть наличие биполярного аффективного расстройства должно было выставляться в соответствии с МКБ-10. Так вот, не было ни одного диагноза до 2009 года. Вот в 2008 году мы занялись этой проблемой, стали пропагандировать в известной степени этот диагноз. Написали книжку по биполярному расстройству, провели несчетное количество семинаров различных. И действительно появилось такое некоторое число этих больных. На всю Российскую Федерацию, как вы видите, около 13 тысяч больных. И эта цифра довольно устойчива, постепенно, чуть-чуть, но довольно стабильно, но чуть-чуть уменьшается. Вот в 2017 году, в 2019 она чуть-чуть еще меньше. Но в целом она составляет 8-9 больных на 100 тысяч населения. Естественно, эта цифра, как вы понимаете, ну, в 500 раз меньше, чем самые минимальные цифры биполярного расстройства в Европе по вот исследованиям Жулякса. Здесь приведены для наглядности распространенность расстройств биполярного спектра в различных странах. Но понятно, что ангст оценивал в основном Европу, США, вот данные около 4% по Кеслеру, значит, все западные страны, ну, где-то около, действительно варьируется тоже 3-4%. Но удивительно, что даже в Индии, такой, в общем-то, патриархальной стране, довольно консервативной, там тоже это 0,01%, но все-таки не 0,001%. Как у нас. Поэтому, в общем, я думаю, этот слайд объясняет, почему моя сегодняшняя лекция называется «Биполярное расстройство. Диагноз, неизвестный в России». Он действительно неизвестный и очень редкий получается. Еще один вопрос, который мы задали, соответственно, мы ими, прежде всего, сами озаботились этим вопросом. Какие состояния прибар наиболее затруднительны диагностически и требуется дифференциальный диагноз? Как вы видите, вот ответы были, нас не очень удивили. Ну, прежде всего, это депрессия без психотических симптомов. Видимо, люди все-таки считают, что достаточно сложно в анамнезе выявить гипоманиакальное состояние для того, чтобы установить, скажем, биполярное расстройство второго типа. Ну и, значит, довольно много людей ответили, что это мания или депрессия с психотическими симптомами, треть примерно. Понятно, что здесь уже речь идет о дифференциации с шизофренией, шизоаффективным психозом, поскольку речь идет о психотических маниях и депрессиях. Ну и 20% затруднились диагностировать смешанное состояние, что действительно сложно. То есть, в общем, здесь были разумные ответы. Ну, мы тоже, как я уже сказал, озаботились этим вопросом, куда же деваются все биполярные больные в нашей стране, где-то они же есть. Вот. И предположили два наиболее распространенных сценария такой неправильной диагностики биполярного расстройства в России.
Ну, первый сценарий – это плохое выявление эпизодов гипомании и смешанных состояний в анамнезе у больных с диагнозом рекуррентной депрессии, прежде всего для диагностики биполярного расстройства второго типа или по МКБ-10, это в рубрике находятся другие биполярные расстройства, в частности 31.8. И второй такой сценарий – это неправильное использование примата диагностики психотической галлюцинаторно-бредовой симптоматики над эффективной при маниакально-бредовых и реже при депрессивно-бредовых состояниях. То есть довольно распространенный в нашей стране диагноз приступообразной шизофрении. Совершенно очевидно, что это только наше предположение, потому что это два наиболее, с нашей точки зрения, таких распространенных ошибочных диагноза, за которыми могло бы скрываться биполярное аффективное расстройство. Безусловно, таких диагнозов может быть значительно больше. Ну, для примера можно привести коморбидные тревожные расстройства, значит, расстройство личности, прежде всего, пограничное расстройство личности, которое очень часто встречается вместе с биполярным расстройством. Это и алкоголизм, и наркомания, злоупотребление различными психоактивными веществами, которые тоже могут маскировать вот фактически симптоматический алкоголизм, тоже за ним может стоять диагноз биполярного аффективного расстройства или циклотимии, или таких других расстройств биполярного спектра, ну и так далее. Ими им легион. Не суть дела, давайте посмотрим, что у нас получилось, а из чего мы исходили. Ну, во-первых, систематика биполярного аффективного расстройства, она в МКБ-10 и в прошлой классификации американской прописана достаточно четко. Биполярное расстройство первого типа диагностируется при наличии одного или более эпизодов мании или смешанного состояния. Вопрос, кто ищет в анамнезе смешанные состояния? Ну, наверное, не все врачи. Да, если с манией больной был госпитализирован, и это очевидно, тогда да. А если нет, и мания прошла спонтанно, и часто она не докладывается, то, конечно, никто особенно про это докладывать врачу без специального расспроса не будет. Ну, в DSM-4 биполярное расстройство второго типа есть, в МКБ-10, к сожалению, оно находится в рубрике «Другие биполярные аффективные расстройства». Ну и, наконец, самый такой уязвимый диагноз – это биполярное расстройство первого типа с психотическими чертами. Понятно, что они могут отвечать, быть конгруентными или неконгруентными аффекту. Обычно они конгруентны аффекту. Но главное, что они и развиваются одновременно с острой, значит, аффективной симптоматики, и также проходит и не превышает длительность этой фазы или резидуального такого приступного постфазового периода. Ну, а в МКБ-10 больной просто не должен отвечать критериям шизофрении. Ну, фактически вот эта вот смена парадигмы, смена диагностического примата между психотической симптоматикой и аффективной, которая была в МКБ-9 и которая, значит, изменилась в МКБ-10 и в МКБ-11 тоже будет другой, она как-то прошла мимо сознания наших психиатров. Ну, вы все хорошо знаете это иерархическое правило диагностики Карла Ясперса по трудам Андрея Владимировича Снежневского, по вот его вот этим вот кругам поражения психической деятельности, когда один диагноз, более высокий диагноз, более тяжелый, не подразумевает подстановку другого диагноза, и, соответственно, наличие, скажем, психотической симптоматики, в частности, симптомов первого ранга по Курту Шнайдеру, делало неизбежным диагноз психотического расстройства или шизофрении в МКБ-9. А вот в МКБ-10 этот примат впервые изменился, то есть при наличии аффективной патологии любая галлюцинаторно-бредовая симптоматика
принципе, если она острая и проходит вместе с манией или депрессией, она не имеет такого диагностического значения и, соответственно, может быть диагностирован либо биполярное расстройство, либо аффективное расстройство, либо шизоаффективный психоз. Ну вот, что мы сделали. Мы попытались уточнить диагностику биполярного расстройства по МКБ-10 у стационарных больных с признаками психомоторного возбуждения при госпитализации, которым выставлялся формальный диагноз параноидной шизофрении с эпизодическим течением по МКБ-10 или приступообразная шизофрения, чаще всего в истории болезни, или шизоаффективное расстройство. Это такое было поперечное клинико-диагностическое исследование в нашей больнице номер 4 имени Ганушкина. Мы взяли, значит, как вы видите, около 350 больных с диагнозами приступообразной шизофрении и шизоаффективного психоза и применили им, к ним диагностическое структурированное интервью МИНИ Шихана, которое позволяет формализовать этот диагноз и устанавливать его по МКБ-10. Так вот, оказалось, что да, практически у 60% больных мы диагноз эпизодической шизофрении с эпизодическим течением параноидной подтвердили, но у 40% больных диагноз можно было изменить на биполярное расстройство первого типа, то есть вся галлюцинаторно-бредовая симптоматика редуцировалась вместе с манией. То есть это в основном были маниакально-бредовые больные. Ну и, значит, соответственно, диагноз шизоаффективного психоза тоже часто выставлялся неправильно, мы подтвердили только у трети больных его. К чему это ведет? То есть у 40% больных, госпитализированных больных, диагноз, в общем-то, был неправильный. Он делался фактически в соответствии с устаревшими критериями МКБ-9. К чему это ведет? Ну, да, диагноз, это ведет к последующим неправильным терапевтическим ошибкам. Диагноз шизофрении приступообразная, обычно назначались классические нейролептики, чаще всего галоперидол, который быстро купировал остроту, маниакально и бредовую симптоматику, но часто сохранялась резидуальная депрессивная симптоматика или резидуальная маниакальная или смешанная симптоматика. Но в любом случае диагноз приступообразной шизофрении по нашим канонам терапевтическим требовал длительной поддерживающей терапии нейролептиком. Обычно назначался галоперидол деканат после психотической мании. Это нормальная такая практика. Соответственно, часто развивались экстрапирамидные побочные эффекты, вторичная негативная симптоматика. И такие больные довольно быстро приводились к инвалидизации, поскольку диагноз это делать позволял. Вот такая печальная судьба в основном у этих 40% больных была. Но, тем не менее, не всегда это было так. И надо сказать, что врачи, учитывая, что все-таки большая часть этих больных были маниакально-бредовые, они все-таки довольно часто назначали нормотимическую терапию, несмотря на установление диагноза шизофрении, то есть приступообразной шизофрении. То есть у тех больных, у которых мы с помощью структурированного интервью установили диагноз биполярного расстройства, существенно чаще применялись нормотимические препараты, прежде всего соли лития, для купирования маниакальных состояний. Ну, в отличие от более отчетливой шизофренических психозов, где литий применялся значительно реже, где его применять было бесполезно. То есть, другими словами, врачи как-то чувствовали, что это какое-то состояние, несмотря на диагноз шизофрении, оно все-таки отличается от параноидной шизофрении. Второе, значит, исследование касалось уточнения диагностики биполярного расстройства
у больных с рекуррентной депрессией. Это было уже амбулаторное исследование в основном, такое тоже поперечное клинико-диагностическое исследование с помощью того же интервью мини. Мы это набрали таких где-то около 409 больных. Как видите, у 60% мы подтвердили диагноз рекуррентной депрессии. Все они отвечали, у всех стоял диагноз рекуррентного депрессивного расстройства по МКБ-10. Вот. Однако у 36% мы все-таки выявили гипоманиакальные эпизоды в анамнезе, отчетливые гипоманиакальные эпизоды или смешанные состояния потом, значит, которые позволяли установить диагноз биполярного расстройства второго типа. Это существенные диагностические ошибки. И самое удивительное, у 5% мы даже выявили мании в анамнезе, которые были пропущены нашими уважаемыми коллегами. Ну и здесь вот фармакотерапия между тем диагнозом, который мы скорректировали, и тем, который, так сказать, вот между диагнозом биполярного расстройства рекуррентной депрессии, существенно не отличался. То есть в основном эти больные, как биполярного расстройства, так и рекуррентного, лечились различными антидепрессантами. Нормотимики применялись крайне редко, что, в общем-то, по современным лекалам является фактически ошибочной терапией. Ну, на самом деле, диагноз биполярного расстройства второго типа и вообще диагностика расстройств биполярного спектра связана с диагностикой гипомании. То есть это главный диагностический признак. И гипоманию выявить достаточно сложно. Почему? Ну, во-первых, она не приводит к выраженной социальной дезадаптации. Она не оценивается пациентами как болезненное состояние. Часто выявляется только ретроспективно при активном расспросе. Больные часто даже ищут эту гипоманию, считая, что вот это хорошее состояние, вот это вот их норма. Хотя на самом деле это не норма. Понятно, что гипомания обычно бывает продуктивна, особенно у творческих людей она сопровождается таким творческим подъемом. Я неспроста вам показывал там лик Ван Гога. И многие творческие личности страдали циклотимии и вот искали вот этих гипоманиакальных состояний. И надо сказать, что гипомания редко переходит в маниакальные, в такие развернутые маниакальные эпизоды. По статистике это только происходит у 5-15% больных. То есть если у больного, значит, стоит диагноз биполярного расстройства второго типа, который характеризуется преимущественно развернутыми депрессивными фазами, то у него довольно устойчиво наблюдаются периодически гипоманиакальные редкие эпизоды, редко переходящие в манию. Но это проблема не только для нашей страны. На самом деле, вот здесь показаны основные исследования, которые тоже выявили, что во многих странах за диагнозом рекуррентной депрессии или большой депрессии в Соединенных Штатах стоит биполярное расстройство второго типа с применением специальной шкалы. В общем, от 30 до 50, даже 60%, вот по данным Бенеза, это, значит, такая итальяно-американская команда, значит, выявлялось, можно было изменить диагноз на биполярное расстройство второго типа и ставил неправильный диагноз рекуррентной депрессии. Ну, для этого применяются различные инструменты, как видите, вот здесь они перечислены, это и индекс биполярности Гарри Саша, и шкала диагностики биполярного расстройства BSDS, и опросник колебаний настроения MSQ и MDQ, значит, самоопросники, это уже для пациента пошли на преимущественно очень распространенный вот этот опросник MDQ выявляет преимущественно биполярное расстройство первого типа. Ну и диагностические интервью используются, типа СКИД или МИНИ. И вот Жулянкс тоже предложил самоопросник гипомании для выявления гипомании в анамнезе, так называемый HCL-32.
состоящий из 32 пунктов и нацелена именно на это. Ну вот мы оба этих опросников, его первый вариант из 32 пунктов и второй вариант из 33 пунктов модифицированный. Там есть некоторые изменения, нацеленные на выявление гипомании, связанных с увлечением компьютерными играми, ну и кое-какие другие изменения. Мы их валидизировали русскоязычные версии с помощью, опять-таки, самого автора Жюля Ангста. И проверили на нашей выборке. И, в общем-то, по порогу отсечения, а это было 14 баллов по шкале HCL-32, вот этот опросник высоко коррелировал с нашим установленным диагнозом по мини, то есть по структурированному диагностическому интервью. Как вы видите, степень корреляции была очень-очень высоко значимой между, и различались, соответственно, уже по этому опроснику можно было у 80% больных различить биполярное расстройство второго типа, не применяя дополнительное структурированное интервью и такую очную оценку и беседу с больным и их родственниками. Ну, собственно, понятие биполярного спектра я уже немножко раньше затрагивал. Фактически представлен континуум маниакальных симптомов, то есть в зависимости от того, как мы диагностируем эту манию и гипоманию, то есть где вот этот срез происходит, собственно, это действительно континуум фор между униполярным и биполярным течением. Ну вот, если этот континуум, варьировать, так как это делал, например, Жюль Ангст в одном из своих исследований, в частности, определяя биполярное расстройство по критериям DSM-4, и выявил только 0,5% биполярного расстройства второго типа и еще 0,5% биполярного расстройства второго типа, но применяя более жесткие критерии с тремя, скажем, маниакальными симптомами, вы видите диагноз и выявлением гипомании, этот диагноз увеличивается уже до 5%, уменьшая долю больных рекуррентной депрессии. И при мягких критериях, которые, включали наличие хотя бы одного маниакального или гипоманиакального симптома, и тоже небольшой длительностью, хотя бы один день, то есть такие широкие критерии, это соотношение между рекуррентной депрессией и биполярным расстройством второго типа практически выравнивалось. То есть, другими словами, Жюль Ангст предполагает, что биполярный спектр занимает примерно половину всех больных аффективными расстройствами, половину занимает рекуррентная депрессия, а половину биполярный спектр, хотя биполярное расстройство первого типа это всего 1-2%, а 15% составляет биполярное расстройство второго типа и какие-то неуточненные формы. Митчелл предложил такие мягкие признаки для диагностики расстройств биполярного спектра у больных с рекуррентной депрессией при отсутствии отчетливых гипоманиакальных и маниакальных эпизодов. Ну, как вы видите, они фактически опираются на те же исследования течения заболевания, то есть это частота, более высокая частота депрессивных эпизодов, когда можно заподозрить биполярное расстройство. Манифестный депрессивный эпизод в более молодом возрасте, то есть ранее 20-25 лет. Верифицированный диагноз биполярного расстройства у ближайшего родственника, первая степень родства, то есть это критерии, относящиеся к индексу биполярности Гарри Саша. Светлые промежутки настроения, активность несколько выше среднего уровня, то есть это гипертимные личностные черты, тоже можно заподозрить. Клинические черты атипичной депрессии, связанные с выраженной психомоторной заторможенностью, с существенным снижением активности, энергичности, с чрезмерной сонливости, в том числе дневной сонливости, высокой лобильностью настроения к ситуациям, фрустрации, внешним стимулам,
повышение аппетита с перееданием сладости, особенно в вечерние ночные часы. То есть все признаки такие атипичной депрессии тоже, в общем-то, свидетельствуют, могут, нужно их, так сказать, иметь в виду для того, чтобы заподозрить биполярное расстройство или принадлежность его к расстройствам биполярного спектра. Короткие депрессивные эпизоды меньше 3 месяцев. Ну, известно, что действительно депрессии при биполярном расстройстве длятся не более обычно 3-4 месяцев, а при рекуррентной депрессии это 6-9 месяцев, спонтанное такое течение. Причем депрессивные эпизоды чаще внезапно начинаются, такое и быстро тоже заканчивается. Послеродовая депрессия должна насторожить врача. Инверсия фазы в процессе лечения антидепрессантами, но это уже в новых классификациях, это уже фактически критерий биполярного расстройства, особенно если эта гипомания инверсионная, она продолжается после отмены антидепрессантов. Резистентность к терапии, то есть к 3 и более адекватным курсам антидепрессантов, тоже иногда связана с тем, что мы неправильно лечим и антидепрессантами, и тоже может быть присоединение нормотимики часто купирует таких больных. Ну и отчетливая сезонность обострения, это зимняя депрессия, отсутствие снижения настроения в весенний, летний период, вот это все признаки, которые Митчелл относил к мягким признакам для диагностики расстройств биполярного спектра. Вот при наличии 7 из этих 11 он считал, что можно устанавливать расстройство биполярного спектра. Ну, на самом деле спектр может быть разный. Некоторые относятся так же, как и, скажем, Крепелин относил все это к спектру между униполярным и биполярным течением аффективных расстройств. Но существует также и спектр в рамках эндофенотипа аффективных и психотических расстройств. Ну вот желтым цветом здесь показаны те диагностические категории, которые имеются уже в современных классификациях, а белым показаны те, которые могут теоретически относиться к расстройствам биполярного спектра. Но если мы берем психотический спектр, то это, конечно, шизоаффективный психоз, это, конечно, наша прежняя циркулярная шизофрения, рекуррентная шизофрения, шизофрения приступообразная, сопровождающаяся аффективными нарушениями. А если мы берем спектр здесь депрессивный, то это и циклотимные гипертимные личности, и наследственность отягощенная, смешанное состояние, и рекуррентные депрессии с частыми короткими фазами и резистентностью к тимоаналитической терапии. То есть вот такой клинический фенотип аффективных, спектра аффективных и психотических биполярных расстройств. Надо сказать, что вот новые генетические исследования дают какие-то основания думать, что существует некий общий генетический базис для такого спектра биполярно-психотического, но особенно для шизофрении биполярного расстройства, что, в общем-то, поддерживает вот эту концепцию расстройств биполярного спектра и, безусловно, вот такой мультидимензиональный подход к систематике эндогенных психозов, который мы видим в современных классификациях. Ну вот, в частности, психиатрический геномный консорциум, который изучал вариации единичного нуклеотидного полиморфизма, показал, что корреляция, в том числе корреляция, например, биполярного расстройства и рекуррентной депрессии полностью отсутствует. То есть это вообще два различных заболевания генетически. То есть нуклеотидные полиморфизмы практически не перекрещиваются, в отличие от шизофрении, где биполярное расстройство довольно обнаружило высокую корреляцию, как вы видите, значит, она между шизофренией прежде всего и биполярным расстройством. Ну, она была не очень значима, но тем не менее.
Теперь о лечении. Ну, в общем, вопрос стоит здесь ребром, во-первых, лечить или не лечить. А если лечить, то чем лечить? Ну, вопрос лечить или не лечить снимается, опять-таки, был снят исследованиями Жюля Ангста. Я его все время вспоминаю, потому что он действительно эпоха в развитии концепции биполярного расстройства. Он наблюдал вот этих вот своих около 900 больных, цюрихскую когорту с аффективными расстройствами, всю свою жизнь. И вот у биполярных больных он посчитал, в частности, стандартизованное соотношение причин смертности. Причем посчитал их, в зависимости, принимали они нормотимическую терапию, прежде всего соли лития, или не принимали. Так вот, оказалось, что практически по всем уровням смертности, по всем причинам, те больные, которые принимали нормотимическую терапию, у них смертность была существенно ниже. Но наиболее драматический показатель был, конечно, в отношении числа завершенных суицидов. Он был ниже в 5 раз. То есть в 5 раз меньше больные погибали от суицида, если они принимали такую длительную поддерживающую нормотимическую терапию. И, ну, этот вот исследование говорит само за себя о том, что да, лечить надо, надо лечить длительно, и прежде всего речь идет о такой длительной противорецидивной терапии. Ну, в целом, лечение биполярного расстройства разбивается на лечение мании, лечение депрессии, профилактика рецидивов. Безусловно, при таком длительном терапии эффективное лечение включает не только эффективность, но и переносимость, и, конечно, комплаентность этих больных. И вот в настоящее время наряду с достижением симптоматической ремиссии и профилактикой рецидивов, как обязательными двумя критериями, целями основных терапевтического вмешательства, присутствует так называемое функциональное выздоровление, то есть возвращение к прошлому, к уровню социальной адаптации, который был до предыдущей фазы. Ну, для терапии применяются биполярного расстройства, как видите, практически все классы психотропных средств. Ну, прежде всего, нормотимики или стабилизаторы настроения, антидепрессанты, атипичные антипсихотики. Существуют различные методы реабилитации и психообразования с когнитивно-поведенческой психотерапией и другие методы лечения. Важно, что в современных всех клинических рекомендациях, в том числе и в наших клинических рекомендациях, которые вот недавно появились на сайте Минздрава и были утверждены Минздравом, безусловно, базовой терапией является нормотимическая терапия. То есть она присутствует в лечении как маниакальных, так и смешанных состояний, так и для депрессивных фаз, ну и, конечно, для такой длительной профилактической терапии. Ну, вот клинические рекомендации – это клиническими рекомендациями, а практика, она совсем другая. Вот опять-таки данные по американским нашим коллегам, врачам-психиатрам, которые были опрошены, что они применяют при биполярном расстройстве. И оказалось, что да, все равно они 50% применяют, у 50% больных применяют антидепрессанты, у 17 антиконвульсанты, у 8 литий, 15 еще какие-то седатики, ну, прежде всего, транквилизаторы, и только у 11% больных антипсихотики, в том числе атипичные. Ну, на самом деле, американцы очень боятся литий, у них были проблемы с литием. Литий был долгое время запрещен из-за того, что они его сначала как пищу, как заменитель соли давали при ожирении, и, естественно, пошли интоксикации. А вот в Европе, наоборот, к литию относились очень внимательно, всегда, так сказать, производилось мониторирование концентрации лития в крови, лечение с помощью вот наших датских коллег Бастра и СКУ. Все это вот такая длительная профилактическая, литиевые клиники были введены в практику. Там как раз наоборот, в Европе где-то вот около 20% применяют лития и где-то около 10% различные антиконвульсанты. Вот такая просто культуральная особенность. Ну а что в нашей стране?
Вот здесь представлены данные опроса 200 врачей, которые диагностировали биполярное расстройство. Их спросили, что они назначают. Вот оказалось, что несмотря на наличие диагноза, нормотимики назначаются только в 35% случаев. Это удивительно. Это удивительно. Чем же они тогда другим лечатся? Потому что нормотимики должны назначаться у этих больных в 100% случаев. То есть это не только неизвестный диагноз, но еще и неизвестная терапия оказалась в нашей стране. Ну, тем не менее, уже 100 лет, ну не 100 лет, но с 50-х годов, с времен Кейда, австралийского ученого, который ввел солилити для купирования маниакальных состояний, а у нас Марат Евнухович Вартанян, у него кандидатская диссертация была посвящена этому. Нормотимики являются важным категорием, важным классом лечения психических расстройств, ну, прежде всего, да, биполярного расстройства. Вот существует такое определение, что это препараты, способные нивелировать циркулярное расстройство аффективной сферы, колебания настроения при длительном применении, предотвращать развитие депрессивной и маниакальной симптоматики. То есть все нормотимики оказывают эффект при маниакальных и смешанных состояниях, при депрессивной фазе, при биполярной депрессии, хотя он более умеренный. Они редуцируют частоту развития новых маниакальных депрессивных фаз, не усиливают маниакальную и депрессивную симптоматику, в отличие от, скажем, от антидепрессантов и нейролептиков, не вызывают инверсию фазы и быстроциклического течения, в отличие, скажем, от трициклических антидепрессантов. Ну и, конечно, они должны обладать хорошей переносимостью при длительном применении, потому что от этого зависит комплаентность наших пациентов. Значит, вот здесь перечислены препараты, которые относятся к нормотимическому действию. Ну, прежде всего, это классика соли лития, прежде всего, карбонат лития у нас в стране распространен, мекалит. Значит, антиконвульсанты, производные карбазепина, карбамазепин и оксикарбазепин, производные вальпроевой кислоты, ламотриджин и топирамат. Ну, активно рвутся сюда и атипичные антипсихотики. Ну, пока вот по всем этим параметрам убедительных данных нет. Ну и блокаторы кальциевых каналов применяются в основном для обрыва быстроциклического течения в случае резистентности к антиконвульсантам. Вот здесь представлен большой квартет и доказательные исследования по различным фазам течения заболевания. Ну, понятно, что литий обладает довольно убедительным антиманиакальным эффектом, так же как и вальпраты. Карбамазепин обладает значительно меньшим антиманиакальным действием. Ламотриджин вообще как бы не работает при маниях. При депрессиях все обладают, при лечении депрессии обладают умеренным эффектом. Смешанные состояния, ну, практически тоже все. Для профилактики биполярного расстройства первого типа в основном используются как литий, так и антиконвульсанты. Ламотриджин здесь несколько хуже. А вот при биполярном расстройстве второго типа в основном есть исследования в отношении именно ламотриджина, и он достаточно эффективен. Они не вызывают утяжеления, мании, депрессии, инверсии фазы. Ну и, как вы видите, при быстрой цикличности лития практически неэффективны, в основном применяются антиконвульсанты. Ну вот активно, как я уже говорил, выходят на сцену в качестве таких нормотимических препаратов тоже атипичные антипсихотики. Ну, можно ли их назвать препаратами, стабилизирующие настроение? Я бы так однозначно не сказал. Пожалуй, только для кветиапина есть весь набор убедительных данных, что он эффективен не только для купирования мании, биполярной депрессии, но и для профилактики как маниакальных, так и депрессивных фаз. Однако его длительное применение сопряжено с серьезными побочными эффектами, прежде всего, метаболического ряда. Ну, понятно, что все антипсихотики купируют острую маниакальную, значит, симптоматику и смешанную симптоматику, связанную с манией.
И это не новость, потому что одним из лучших антиманиакальных препаратов испокон веков был галоперидол, то есть дофамин, блокирующее, значит, действие, естественно, необходимо для обрыва психомоторного возбуждения. Но вот в отличие от галоперидола, конечно, все атипичные антипсихотики, обладая антиманиакальным эффектом, не дают экстрапирамидных побочных эффектов, то есть значительно лучше переносится. И некоторые из них, например, аripiprazole, olanzapine и quetiapine и risperidone с paliperidoном, они были изучены для так называемой продолженной терапии, когда был эффект при маниакальных или маниакально-бредовых состояниях, их продолжали в течение полугода, и вот они предотвращали развитие ранних рецидивов. Но прежде всего, это речь шла о рецидивах маниакальной симптоматики. Остальные препараты, как видите, изучены в этом отношении плохо. Значительно более интересные данные, конечно, имеются в отношении биполярной депрессии. Вот здесь вот это, конечно, находка определенно атипичной антипсихотики, поскольку позволяет в известной мере заменить антидепрессанты, которые могут утяжелить само течение заболевания и привести к конверсии фазы. Вот здесь, как видите, имеются четыре препарата, которые имеют доказанную эффективность при биполярной депрессии. Ну, это кветиапин, это олонзапин, но только в комбинации с флуоксетином. И вот два новых препарата, которые пришли недавно, были зарегистрированы на нашем рынке. Это кариперазин и лоразидон. Вот здесь представлены алгоритмы терапии маниакальных и смешанных состояний. Я на них не буду подробно останавливаться. Вам лучше о них прочитать либо в нашем журнале, либо взять клинические рекомендации, скачать их. Там все эти алгоритмы представлены, поскольку они, значит, основаны на исследованиях, сделанных по лекалам доказательной медицины. Скажу лишь только, что здесь важно различать тяжелую психотическую манию, то есть маниакально-бредовые состояния, и гипоманиакальные или маниакальные состояния умеренной тяжести. Безусловно, тяжелые мании требуют сразу введения антипсихотической терапии. А вот умеренные мании, гипомания, в зависимости от того, преобладает ли такое классическое солнечное настроение, веселая мания, или это гневливая мания, или со смешанными чертами, соответственно, применяются соли лития при классической, они лучше действуют, лучше купируют, или вальпраат или карбамазепин, которые лучше купируют гневливую манию или манию со смешанной симптоматикой. Ну, конечно, самая важная фаза для лечения – это депрессия. Депрессия встречается практически у 50% больных как при биполярном расстройстве первого типа, так и при биполярном расстройстве второго типа. Диагноз биполярной депрессии, если вы сталкиваетесь с депрессивным больным и у вас нет катамнеза, а вернее анамнеза, то есть вы не знаете, что было с больным до этого, были ли у него маниакальные эпизоды, он вообще достаточно затруднительный. Обычно ставят неуточненный эпизод депрессивный или эпизод рекуррентной депрессии, особенно если это первый эпизод. Но тем не менее существуют некоторые признаки биполярной депрессии, прежде всего биполярной депрессии в рамках первого типа, при которых можно заподозрить, что все-таки что эта депрессия развивается в рамках биполярного расстройства. Ну вот Митчелл предложил эти признаки, и если эти критерии, такие критерии, как видите, если более пяти из следующих симптомов, то есть это все симптомы атипичной депрессии или психотические черты, нестабильность состояния или смешанные черты тоже. Ну и практически все признаки атипичной депрессии, особенно моторная заторможенность, как вы видите, довольно характерно, выраженная моторная заторможенность характерна
для биполярной депрессии. Ну и по течению. Это дебют заболевания, конечно, в более молодом возрасте, большое число ранее перенесенных эпизодов и семейный анамнез. Ну, с теми это коррелирует с теми признаками расстройств биполярного спектра, о которых я уже упоминал. Теперь, чем отличается лечение депрессии? Почему важно все-таки различать биполярную депрессию от рекуррентной депрессии? Конечно, потому что они прежде всего различаются терапевтическими подходами. При рекуррентной депрессии антидепрессанты являются нашим всем, то есть это главное наше средство для их лечения. При биполярной депрессии они обычно применяются только в комбинации и только обычно при тех состояниях, в которых монотерапия нормотимиками не помогает. При биполярной депрессии нормотимическая терапия обязательно, как вы видите. При рекуррентной литий применяется только в резистентных случаях для аугментации действия селективных ингибиторов реаптеки серотонина, потому что он тоже обладает серотонин-позитивным эффектом. Вот атипичные антипсихотики, я уже о них упоминал. Здесь их, как вы видите, 4. Это квитиапин, лорзидон и кариперазин. И сочетание флуоксетина с олонзапином, доказанным действием при биполярной депрессии. При рекуррентной депрессии это другие атипичные антипсихотики. Как видите, это аripiprazole, квитиапин, брексипразол. При резистентности к первому курсу адекватной антиемолитической терапии, но в основном это селективные ингибиторы реаптеки серотонина. Ну и электросудорожная терапия применяется как и тут, и там при резистентности, но при биполярной депрессии она еще и применяется для обрыва быстроциклического течения. Несколько примеров препаратов, эффективных при биполярной депрессии. Ну вот ламотриджин, например, значит, на самом деле его эффективность оказалась существенно значимым только в одном исследовании Калабреза при биполярной депрессии в рамках расстройства первого типа. Здесь в остальных исследованиях как второго, так и первого типа значимость, как видите, достигнута не была. Но тем не менее, даже наличие одного такого рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования достаточно значимо для того, чтобы позволяет его включить в препараты рекомендуемые, но не первой линии. Значит, вот квитиапин, да, квитиапин, как я уже сказал, давно уже был и самым первым атипичным антипсихотиком апробирован, и было проведено два исследования довольно массивных, таких, одно в сравнении с плацебо и литием в качестве активного контроля двух доз. Как видите, обе дозы, начиная с 300 мг, были эффективны для купирования депрессивной симптоматики в рамках биполярного расстройства как первого, так и второго типа. А вот литий здесь не отличался практически от плацебо, хотя редукция наблюдалась при литии. Плацебо эффект был в этом исследовании значительным. Вот очень интересное исследование, где в качестве активного контроля, это второе исследование от квитиапина, обеих доз квитиапина, где в качестве активного контроля применялся пароксетин, достаточно известный и хороший антидепрессант, эффективный антидепрессант для лечения депрессий. Но вот в этом исследовании оказалось, что он практически не отличается от плацебо для лечения биполярной депрессии. Очень интересное было исследование. Вот новый препарат, который был совсем недавно зарегистрирован, ну, кариперазин, он зарегистрирован был уже относительно давно при шизофрении, для лечения шизофрении у нас. Вот. Но вот для лечения биполярного расстройства он был зарегистрирован относительно недавно. И тоже было три плацебо-контролируемых исследования. Как видите, дозы его здесь варьировались от 1,5 до 3 мг. Достаточно небольшие дозы. В одном исследовании даже применялись, как вы видите, меньше миллиграмма в сутки. И через эффект наступал практически во всех исследованиях через 2 недели, вот в одном даже уже фактически через неделю после назначения кариперазина, что само по себе очень интересно. Вот еще одно такое теоретическое исследование, проведенное Гарри Сашем, нашим американским тоже коллегам,
26-недельное двойное слепое контролируемое исследование по лечению биполярной депрессии нормотимическими препаратами. Здесь в основном был литий с вольпраатом. И в одной группе присоединялись антидепрессанты, а в другом давали плацебо вместо антидепрессанта. Как видите, разница между присоединением антидепрессанта и присоединением плацебо к нормотимической терапии в этом исследовании достигнута не была. То есть на этом основании Саш делает вывод, что применение такой комбинированной терапии с антидепрессантами практически бесполезно. Ну, тем не менее, во многих клинических рекомендациях антидепрессанты по-прежнему разрешены вместе с нормотимической терапией. Но вот что действительно беспокоит, это, конечно, возможность развития инверсии фазы, то есть развития маниакальной и гипоманиакальной симптоматики и смешанных состояний при применении антидепрессантов. Вот это исследование нашего британского коллеги, значит, как, ну, огромную базу он проанализировал, как видите, более 15 тысяч больных, и посмотрел, где развивались маниакальные и гипоманиакальные симптоматики при вот клинических испытаниях антидепрессантов у биполярных больных, у больных с униполярной и биполярной депрессией. Ну, как видите, при рекордной депрессии практически не были инверсии фазы, хотя у там двух, как видите, там одного или полпроцента все-таки были. Скорее всего, эти больные теперь можно отнести к расстройствам уже биполярного спектра. Но вот если сравнивать антидепрессанты между собой, то где-то у 10-12% больных, прежде всего при применении трициклических антидепрессантов, довольно часто развивалась инверсия фазы. Реже это наблюдалось у селективных ингибиторов реаптейка серотонина, которые в этом смысле не отличались от плацебо, но само лечение, как вы видите, при альтернирующем течении биполярного расстройства у 5% больных приводило к смене эффекта. Ну, еще один неприятный феномен – это усиление цикличности, вызванное антидепрессантами. Это вот небольшое исследование, показывающее увеличение числа эпизодов ГИМИ при применении антидепрессантов, который увеличился в течение года после их назначения. Ну и вот современный алгоритм терапии биполярной депрессии. Вы можете скачать и на сайте журнал нашего, и из клинических рекомендаций. Тоже не буду на нем подробно останавливаться. Совершенно понятно, что депрессивно-бредовые состояния с психотическими симптомами должны сразу получать терапию, комбинированную терапию нормотимиками, антидепрессантами, антипсихотиками или вот этими четырьмя зарегистрированными атипичными антипсихотиками. Легкая и умеренная депрессия может помочь просто монотерапия нормотимиком и психотерапия, а вот тяжелую депрессию, но без психотических симптомов, значит, надо лечить либо нормотимиками в комбинации с антидепрессантами, это опции, то есть препараты первого выбора, либо кветиапином, либо карипрозином, либо лурозидоном, либо комбинацией алонзапина с луксетином. Ну и на третьем этапе, как вы видите, здесь идет применение в том числе электросудорожной терапии. Следующий этап, это, конечно, и основной этап для лечения биполярного расстройства, это, конечно, профилактическая противорецидивная терапия. Еще старые данные, показывающие, что число рецидивов при профилактическом применении солей лития по сравнению с плацебо сокращалось практически в 4 раза. Ну, это же показывал и Ангст в своем метаанализе. И вот мы тоже долго проводили такие исследования различных нормотимических препаратов, как солей лития, так и различных антидепрессантов. И все они, в общем, оказались разными. То есть вот так вот они, да, они все предотвращают развитие рецидив, но в зависимости от преобладающей полярности. Вот, скажем, соли лития и вольпраат лучше предотвращают развитие маниакальной симптоматики, то есть маниакальных эпизодов, так же, как и топирамат, хотя он менее эффективен вообще. Значит,
Развитие депрессивных фаз лучше предотвращают карбазепины, оксикарбазепин и карбамазепин и ламотриджин, как вы видите. То есть в зависимости от преобладающей симптоматики нужно подбирать и нормотипическую терапию. Ну и вот это, значит, помимо нормотипической терапии, единственным препаратом, который изучен для такой длительной профилактической терапии в течение вот двухлетнего такого плацебо-контролируемого исследования, это квитиапин. Как вы видите, он в этом смысле практически не отличался от лития. Здесь активный контроль был препараты лития и существенно превосходил плацебо-группу, в которой, значит, рецидивы развивались практически у 70% больных. То есть в 2-3 раза был эффективнее, оба препарата, и литий, и квитиапин, были эффективнее, чем плацебо. Ну, здесь вот представлен тоже алгоритм проведения такой противорецидивной профилактической терапии. Тоже не буду на нем подробно останавливаться. Скажу лишь, что здесь важно различать биполярное расстройство первого и второго типа. И если это второй тип, то здесь все-таки преимущество имеет ламотриджин или карбамазепин. А вот при биполярном расстройстве первого типа нужно выявлять преобладание маниакальных или депрессивных фаз. Как я уже сказал, литий, вальпрат и квитиапин лучше работают при маниакальных фазах. Значит, карбамазепин или вальпрат, значит, лучше работают при, или квитиапин тоже можно применять при депрессивных, для предотвращения депрессивных фаз. Ну и, наконец, быстрая цикличность, быстрое течение быстрыми циклами. Это особая категория больных биполярным аффективным расстройством. Быстрая цикличность подразумевает наличие не меньше 4 фаз, разделенных светлыми промежутками, или маниакальных, депрессивных, или смешанных, любых, в течение года. Это быстрая цикличность. Если, скажем, 8 фаз, то это уже ультрабыстрая цикличность. Вот некоторые факторы, повышающие вероятность развития быстроциклического течения, но чаще у женщин встречается более раннее начало заболевания, то есть это более такая злокачественное, что ли, прогрессирующее биполярное расстройство. Чаще злоупотребление алкоголем, гипотиреоз. Именно поэтому при обследовании всех больных с депрессиями необходимо проверять функцию щитовидной железы, влияние женских половых гормонов. То есть это тоже желательно проверять, но в частности применение контрацептивов иногда усиливает развитие такой быстрой цикличности. Ну и, конечно, терапия антидепрессантами, поскольку они могут вызывать вот такую инверсию фазу лекарственную. Здесь показан тоже алгоритм биологической терапии при быстроциклическом течении. Тоже он есть во всех литературных источниках. Понятно, что соли лития при быстром циклическом течении не работают. Работают в основном антиконвульсанты, как вальпрат, так и карбамазепин, так и ламотриджин. Ну, в тяжелых случаях, когда ничего не работает, можно применять и попытки применения атипичных антипсихотиков, квитиапин, клозапин, блокаторы кальциевых каналов, препараты типа веропамилы, диэлтиазема и тиреоидные добавки. Но на каком-то этапе очень важно применение и электросудорожной терапии, которая может обрывать это быстроциклическое течение. Ну вот это наше старое исследование. Мы недавно опубликовали новые данные по эффективности СТ при быстрой цикличности. Но тем не менее, как вы видите, у 40% больных, в основном это были больные на препаратах лития, мы не отменяли литий. Вот стрелочкой показан момент применения СТ. И фактически происходил обрыв этого быстрого циклического течения. И вдруг, о чудо, литий начинал действовать. То есть литий в основном не действует при быстроциклическом течении, вот здесь не работает, потому что для его эффективности требуется некий такой все-таки светлый промежуток, который он как бы фиксирует или замораживает. Если этого светлого промежутка нет, то лучше применять антиконвульсанты. Но, к сожалению, и у примерно 30% больных
СТ тоже не помогло, еще у 30% оказывало частичный эффект. Ну и, наконец, последнее, о чем бы я хотел сказать, упоминая такую длительную противорецидивную терапию, это, конечно, о крайне низкой комплаентности наших больных. Дело в том, что все-таки это относительно сохранный контингент, работающий и верящий в выздоровление. И действительно, когда кончается фазовая симптоматика, особенно депрессивная фаза, эти больные обычно так как-то укрепляются духом и быстренько-быстренько, несмотря на рекомендации врачей, сами отменяют себе вот эту длительную профилактическую терапию, считая, что они контролируют депрессию, и они научились это делать, и это либо не повторится, либо они сумеют на ранних этапах поймать это заболевание и начать снова принимать терапию. Но, тем не менее, это большая ошибка. Дело в том, что вот эти вот даже частичные нарушения режима у 60% больных, в общем-то, приводят к рецидиву. Поскольку у нас нету таких препаратов, как мы используем при шизофрении, то есть пролонгов для контроля комплаентности, в том числе у этих больных, то нам приходится каким-то образом убеждать этих больных принимать такую длительную терапию, иногда годами, иногда пожизненно. Но прежде всего речь идет о, конечно, нормотимической терапии, о солях лития. И здесь очень важен контроль, в том числе мониторинг и фармакокинетический. Соли лития применяются только под контролем концентрации в крови, но концентрацию лучше тоже проверять и у карбамазепина, и у альпраата, это тоже сейчас вполне доступно. Но одним из простых способов это вот такая процедура, как психообразование. Фактически это такая небольшая, часто групповая психотерапия, когда собираются несколько человек, иногда самостоятельно, иногда с родственниками, и врач рассказывает буквально в течение 15-20 минут о необходимости проведения такой противорецидивной терапии, о побочных эффектах, что очень важно, потому что один из главных факторов – это плохая переносимость такой длительной терапии, о том, как их распознавать, эти побочные эффекты, о механизмах действия препаратов, о природе заболевания и так далее. Ну, в общем, это буквально несколько сессий, которые проводят сначала один раз в месяц после окончания фазы, затем раз в 3 месяца, затем раз в полгода. И вот это данные нашего испанских коллег, значит, показывают, что, в общем, такая вот регулярные такие психообразовательные сессии помогают увеличить комплаентность и, соответственно, эффективность противорецидивной терапии на 30%. А 30% – это очень большая цифра для такой длительной, фактически вот здесь было полуторагодовой противорецидивной терапии. Ну, собственно, я на этом хотел бы закончить. Извините, что получилось достаточно долго. И я просто это биполярное расстройство в известной степени конек нашего отдела терапии. Мы долго им занимаемся. Вот издали такую книжку «Биполярное аффективное расстройство». Надо ее пересдавать. Она в известной мере устарела. Более новые данные представлены вот в этой книжке. Естественно, вот в 2014 году вышла такая хронобиологическая теория аффективных расстройств. Там тоже описано, а это одна из гипотез развития, десинхронос, в частности, развития биполярных аффективных колебаний. Ну и, конечно, все современные актуальные алгоритмы присутствуют в нашем журнале, где их можно даже это вы можете выписать его, зайти на сайт, выписать себе бесплатно домой такую бумажную копию, но в принципе на сайте присутствует электронная копия, где можно скачать на смартфон все алгоритмы терапевтические, не только по биполярному расстройству, но и другие, то есть иметь это все время перед глазами. Это очень удобно. Ну и разрешите мне также прорекламировать нашу образовательную активность. Это уже
на кафедре психиатрии РМАНПО. У нас довольно много циклов, включающие как 144-часовой цикл, обязательный цикл для периодической аккредитации, так и циклы по терапии шизофрении, по диагностике ее и по, значит, вот, терапии стрессовых аффективных расстройств. В настоящее время мы все эти циклы проводим онлайн. Значит, и, соответственно, вы можете легко услышать там все мои лекции, собственно, пока не отрываясь от производства, и получить соответствующие баллы для вашего портфолио. Здесь вот представлен контакт, по которому можно написать письмо, и вам обязательно ответят. Ну, а биполярная история, я думаю, она продолжится независимо от нашего образования, от наших знаний, она продолжается. И очень надеюсь, что биполярная история и биполярное расстройство будет диагноз, скоро диагнозом, известным и в России, и главным образом, что очень важно для наших больных, которые будут получать правильное и своевременное лечение. Спасибо большое за внимание. Первый вопрос прислал Игорь Викторович. Он спрашивает, как вы думаете, в чем причина малого удельного веса аффективных расстройств в рутинной практике врача-психиатра? В какой практике, я не расслышал? Рутинной. А, в рутинной практике. Значит, ну, просто идет недодиагностика. Вся лекция была об этом. Значит, во-первых, за счет гипердиагностики других расстройств, но это только вершина айсберга. Большая часть больных просто не доходит до врача-психиатра и наблюдается под либо другими диагнозами, либо лечится от чего-то другого. И просто не диагностируется. Особенно это характерно для биполярного расстройства каким-то масками, то есть коморбидностями. Ну, например, симптоматическим алкоголизмом или пограничным личностным расстройством, или вот о тех масках, которых я упомянул в своей лекции других. Я думаю, что это вот так. Ну и, конечно, невнимание врача при расспросе к диагностике гипоманиакальных эпизодов в анамнезе. Это очень тонкое дело диагностировать гипоманию, поскольку, еще раз говорю, сам больной очень редко предъявляет спонтанно на это жалобы. Даже если вы спрашиваете, он считает, что это норма обычно. Особенно если это продуктивная гипомания у творческих людей. Обычно для того, чтобы выявить такую гипоманиакальные эпизоды, нужно все-таки говорить еще внимательно с родственниками и предъявлять вот эти вот специальные шкалы типа опросника HCL-32, HCL-33, которые нацелены на это, которые специально задают такие вопросы, которые выявляющие вот эти тонкие гипоманиакальные симптомы. Я думаю, вот как-то так. Спасибо. Как раз второй вопрос, заданный Ларисой Анатольевной, касался диагностики гипоманиакальных фаз в анамнезе. Александр Николаевич спрашивает, можно ли говорить о биполярном расстройстве как об очень однородной группе, или мы имеем дело со спектром состояний разнообразной структуры? Ну, конечно, это спектр, но структура все-таки определяется наличием гипоманиакальных и маниакальных симптомов в течение заболевания.
Проявление дальнейшего, это вот то, что называется обязательное, то, на чем базируется диагноз. Но проявления могут быть достаточно разнообразны, как вы видели. Они не менее разнообразны, чем при шизофрении, например. Это довольно полиморфная симптоматика. В частности, могут быть и различные психотические симптомы, и кататоническая симптоматика, вот она редко выявляется, но в основном в депрессивных фазах, но тем не менее кататонические симптомы довольно характерны для биполярного расстройства. И, конечно, речь идет о спектре. Безусловно, речь идет о спектре. Но вот когда мы говорим о спектре, надо понимать, о каком спектре мы говорим. Я вот уже упоминал в своей лекции, что существует два подхода. Один спектр – это спектр униполярной депрессии, депрессия и биполярное расстройство первого типа, а второй тип – это, значит, фактически депрессия и психозы с аффективными колебаниями. То есть это несколько разные клинические фенотипы, но думаю, что и вот более широкий спектр, он имеет под собой такую более реальную практическую основу. Спасибо. Фарида Мунавировна спрашивает, возможно ли полное излечение БАР? Ну, раз это генетическое заболевание, то ответ формальный нет. Излечение, именно вот если так стоит вопрос, излечение невозможно. Но возможны длительные интермиссии. Длительные интермиссии, которые предполагают высокий уровень социального функционирования и просто здоровый образ жизни в известной степени. И во многих случаях, в некоторых, не во многих, но в некоторых случаях удается у этих больных даже минимизировать вот такую противорецидивную терапию или ее полностью отменить. Но это бывает крайне редко. Спасибо. Дмитрий Александрович спросил, является ли развившееся смешанное маниакально-депрессивное состояние на фоне лечения антидепрессантом критерием БАР? Да, конечно. Если это смешанное состояние продолжается после отмены антидепрессанта, то да, можно менять диагноз на биполярное расстройство, поскольку смешанная фаза относится к биполярному расстройству, смешанные эпизоды. Но со смешанными состояниями все там значительно сложнее, потому что в ДСМ там есть теперь смешанные черты, а вот в МКБ-1 остаются смешанные эпизоды. Они тоже могут быть в основном депрессивные с отдельными контрполярными симптомами, скажем, мании или наоборот. Но в целом смешанный эпизод, безусловно, как и маниакальный эпизод, и депрессивный эпизод, относится к БАР. И, соответственно, диагноз такой правомочен. Спасибо. Людмила Николаевна просит порекомендовать лечение циклотимии. Ну, с циклотимией сложнее, значит, тут нужно начинать с психотерапии, с какой-то мягкой, может быть, нормотимической терапии, и, в принципе, обычно на этом ограничивается. Проблема с циклотимией заключается в том, что там очень часто существуют коморбидные личностные черты, то есть гипертимный темперамент или черты пограничного расстройства личности, и там очень важен вот такой компонент проведения адекватной психотерапии для того, чтобы уменьшить выраженность вот этих вот, вот этой вот коморбидной симптоматики. Ну, и, соответственно, нужно оценивать, каким образом вот эти субпороговые аффективные колебания в известной степени обостряют, то есть приводят к экзацербации вот этих вот личностных патологий. Вот это самое главное. Поэтому основной там все-таки психотерапевтический компонент терапии.
Спасибо. Сразу несколько участников написали скорее комментарий, чем вопросы. Вот первый написала об этом Елена Георгиевна. Если БАР имеет социальные последствия не легче, чем шизофрения, то почему оно не дает права пациенту на бесплатные лекарства? Возможно, в этом кроется одна из причин гиподиагностики БАР в России. Совершенно согласен с Еленой, как Григорьевной. Еленой Георгиевной. С Еленой Георгиевной. Совершенно согласен. Эти больные должны быть в льготе. Но, к сожалению, видимо, какие-то уже экономические причины, которые не позволяют это делать. И, к сожалению, опять-таки, многие врачи, видя инвалидизацию этих больных, вынуждены менять диагноз шизофрении для того, чтобы наши больные могли получать бесплатные лекарства, поскольку новые лекарства достаточно дороги. Поэтому я совершенно согласен, что это одна из причин недодиагностики, и вот то, что мы видим в статистике, вот эти вот 8-9 больных на 100 тысяч населения, не отражающие реальные цифры распространенности этого заболевания в популяции. Хотя это одна из последних причин, все-таки самое главное — это неправильная диагностика. Но иногда вот лечение тоже так заставляет врача действовать в интересах больного. Я согласен. Спасибо. Евгений Евгеньевич спрашивает, а возможно ли при БАР слуховые и зрительные галлюцинации? Конечно, конечно. Это психотические мании, маниакально-бредовые состояния и депрессивно-бредовые состояния сплошь и рядом. Обычно это состояние, конгруентное аффекту. Например, это известные депрессивно-параноидные состояния могут быть с идеями вины, с идеями казни, наказания, доходящие до мегаломанического бреда, до бреда катара в депрессиях. Но, опять-таки, нужно различать, насколько эти симптомы соответствуют критериям, скажем, шизофрении, да, или шизоаффективного психоза. И самое главное иметь в виду, что если эти симптомы психотические заканчиваются вместе с фазой, то есть не продолжаются дольше, и их не было раньше, значит, до настоящей вот приступа или фазы, то, соответственно, диагноз может быть остаться в рамках биполярного расстройства. Хотя тут надо дифференцировать еще и с шизоаффективным расстройством, но это отдельная совершенно тема. Спасибо. Борис Анатольевич спрашивает, можно ли провести какую-то взаимосвязь между синдромом дефицита внимания и гиперактивности у детей, пограничным расстройством и биполярным? Да, но это все три раздельные диагноза. Пограничное расстройство личности примерно 30-40% к коморбидно-биполярному расстройству. Это данные статистики. СДВГ здесь сложнее, но вот существуют экспериментальные критерии СДВГ у взрослых в американской классификации DSM-5. И там коморбидность и смена диагноза на биполярное расстройство тоже имеет место быть примерно, ну, по разным исследованиям, у 5-10% больных. То есть на первый план начинают выходить, ну, типичные довольно аффективные фазы, прежде всего маниакальные состояния, и когда можно уже сменить диагноз или ставить коморбидный диагноз, что наши американские коллеги делают достаточно легко. Спасибо. Екатерина Михайловна и Ангелина Николаевна спрашивают, а всегда ли развиваются когнитивные расстройства у больных БАР и чем их корректировать, если это возможно? Нет, не всегда. Конечно, не всегда, не у всех. Это зависит от конкретного больного. Более того, как я уже сказал, они могут быть эти когнитивные нарушения, так же, как и при шизофрении, еще проявляться в известной степени в школе.
ну, например, какими-то отклонениями в мышлении или там недостаточной успеваемости у подростков, да? Вот. Их, значит, они различаются не только по количеству, но и по качеству. То есть бывают в основном какая-то нарушение метакогнитивное, нарушение памяти, а бывают нарушения, скажем, больше исполнительских функций. То есть все они довольно разнообразны. Но с течением, если все-таки фазы текут достаточно часто, как это обычно бывает при биполярном расстройстве, то имеется тенденция к усилению, постепенному усилению и заострению вот этих вот когнитивных нарушений. Значит, лечить когнитивные нарушения, они обычно более выражены, естественно, в фазовые периоды, и с фазой они компенсируются в известной степени и редуцируются. Но у многих больных, примерно у 30-40%, они остаются и в период ремиссии, и не зависят прямо, к сожалению, от резидуальной какой-то аффективной симптоматики, не зависят от коморбидной симптоматики. То есть они являются фактически составной частью или фактором развития самого заболевания. Вот такие когнитивные нарушения лечить достаточно тяжело. И подходы здесь вообще общие с шизофренией. То есть это прежде всего психокоррекционные и психореабилитационные мероприятия, когнитивные тренинги, ну и некоторые средства, имеющие, значит, доказательные какие-то данные по коррекции когнитивных нарушений. Например, такие препараты, как вортиоксетин, корректируют такие когнитивные нарушения после купирования депрессивной фазы. Ну и некоторые другие средства, усиливающие вот такие, обладающие прокогнитивным действием. Но эта проблема изучена очень мало. Здесь мне сложно что-то рекомендовать, потому что доказательных данных практически лечение именно когнитивных нарушений в ремиссии у биполярных больных практически отсутствует. Спасибо за вопрос. Это очень актуальный вопрос. Спасибо. А Людмила Владимировна спрашивает, как лечить коморбидные тревожные расстройства? Ну, это как бы вопрос, какое это тревожное расстройство. Лечить их нужно по тому алгоритму, как тревожное расстройство лечится. Единственное, что нужно учитывать, что все-таки если это БАР, то антидепрессанты должны быть как-то минимизированы, особенно трициклические антидепрессанты, поскольку при большинстве тревожных расстройств сейчас мы лечим селективными ингибиторами реуптейка серотонина. Этот класс антидепрессантов реже вызывает инверсию фазы, поэтому обычно применяют их. Ну и, соответственно, транквилизатор, есть и другие противотревожные средства, типа пригабалина, гидроксизина, не обязательно бензодиазепиновые препараты. Некоторые, значит, антипсихотики, ну, там где, ну, в общем, лечится в основном по схеме, по алгоритму, доказательному для конкретного тревожного расстройства, для обсессивно-компульсивного, например, для навязчивости, да, для панического и так далее. Спасибо большое. И можно в завершение вопрос Юрия Викторовича. Стоит ли воспринимать полученные данные, представленные вами, Сергей Николаевич, данные, как шаг к концепции единого психоза? Ну, я бы так не обобщал. В общем, я об этом не говорил. У меня на эту тему есть отдельная лекция, свое мнение на концепцию единого психоза Гризингера. В общем, современные классификации, я бы сказал, дрейфуют в этом направлении. Дрейфуют. Именно мультидименсиональный подход – это отчасти такая, как бы, реверанс в сторону концепции единого психоза, да. Но биполярное расстройство здесь ни при чем. Как раз биполярное расстройство, оно все время
в известной степени отбивается и обособляется от других расстройств, в известной степени кристаллизуется вокруг ядерных форм, выделенных еще вот Фольре и Берже. То есть здесь бы я бы, конечно, не обобщал, потому что все-таки существует четкая демаркация между рекуррентной депрессией, биполярным расстройством с одной стороны и значит, шизофренией, шизофренической симптоматикой, пусть даже с эффективными колебаниями, с другой стороны. И хотя между ними существует такое вот не очень устойчивое диагностическое понятие шизоаффективного психоза, которое в лейкотомпонистических наблюдениях немножко распадается в сторону шизофрении, в сторону БАР, но, тем не менее, достаточно тоже интересно и феноменологически уникально. Поэтому я бы так не обобщал, и вот прямо концепция БАР воду на мельницу единого психоза не льет. Скорее, она один из столбов такой нозологической концепции крепелиновской, она по-прежнему остается. Спасибо за этот вопрос, очень интересно. Сергей Николаевич, спасибо вам за интереснейший семинар. У нас более 1500 участников сегодня было в трансляции. Да, что говорит очень о большом интересе и к проблематике, и к вашим способностям как преподавателя. Спасибо. Спасибо вам большое. И мы надеемся на то, что вы найдете время, возможность продолжать образовательные мероприятия на нашей платформе. Да, спасибо огромное вам за помощь и всем слушателям, которые, значит, вот досидели до конца, практически до 10:30. Вот. Но, тем не менее, видимо, этот формат вот таких поздних посиделок, поздних рандеву, он интересен, и я думаю, стоит его продолжить. Спасибо огромное.